нельзя, тетя Соня. Ой-ой-ой. Поехали, будем пьять. Нога у тебя где? Ну, подзадел чуть-чуть. Ну, надо чуть теперь. Она сейчас сдает. Стой. Там же нет. Не буду криво ехать. Здрасте. Олег Леонидов у нас где? В Сестринской. Ой, что ж там страшного? А? Подожди. Вчера утром немножко резко было. Вчера 37,4 была. Ну, на китароле. Включи свет. Ну так, включи свет. А, нет, включи, вот здесь, нет, включи свет. Видишь, все кроется. Вчера, говорит, тянула. Ой, ну потом подойти. Давай сейчас я сделаю. Тихо, все нормально. Потом сколько-то что протрем. Все. Резинки же там, да. Ложи ножку. Можешь ножку повернуть? Поверни, сюда, вот так, потому что со всех сторон. Сейчас, нет. Еще, это, твое Евсеево циркуляр с окном делал, правая рука была. А, так. Сейчас, правая. Правая рука. Правая. Да, правая. Я уже там вспоминаю. Что-то, мне кажется, пальцы оттекли. Ну, отек есть, да. Сейчас посмотрим. Ну, у тебя военный шрам, что-то как на войне. Да, отекшая нога такая вообще. Ну, отек прям нарос. Не было. Угу. Ну, сейчас скалпус посмотрит, может быть, эту. Сейчас я позову. А ты таблетки принимаешь? Нет, блин, просто так, мам. Конечно, принимаю. Как будто тебя там ковыряли. Сейчас посмотрим, может, что это. Мы подумали, может, рано эту рундовку сняли. Может, завтра сегодня надо было. Там такая сильная. Не держа их вообще вот на вторые сутки. На вторые даже? На первые, на вторые. Если короткие, то сразу. Смотрите, дятел в городской черте сидит, долбит дерево. Ух ты! Клювом так дуф-дуф-дуф. С ума сойти, никогда их не было в городе. Ой. Приехали с перевязки. Сейчас на дачу обратно. Бабушку завезли к графу. За таблетками. И тетя Соня со своей ногой лежит.